один из самых известных видновчанам памятников Ленину, стоит на Советской площади. Вернее, сидит. Работа Сергея Меркурова. В начале 20 века Меркуров 2 года жил в Париже. И, конечно, он был знаком с работами Родена. Есть мнение, что сидящий Ленин стал прототипом мыслителя. Кстати, оригинал скульптуры Ленина находится в Москве на Тверской площади, а ее копия изначально стояла на Каширском шоссе. Наступает столетие Владимира Ильича Ленина. Это 1970 год. И Видновский горсовет принимает решение перенести памятник Ленину вот сюда, в центр города, и установить его на площади, там, где когда-то стоял городской фонтан. Стоит отметить, что такое решение не могло быть принято еще десятилетием ранее. В плане монументальной пропаганды была точная градация, какой памятник и где может стоять. Так на центральных площадях города мог появиться только стоящий Ленин. А вот такое изображение Ленина предполагалось как садово-парковая скульптура. И если бы не ослабление советского режима, так бы и стоял Ленин у дороги. Кстати, недалеко от своего собрата, шагающего Ленина, работа скульптора Иосифа Давыдовича Бродского. Не путать с Александровичем. Памятник был установлен здесь в 1980 году. И фактически все советское время официальный въезд на территорию государственного исторического заповедника Горки Ленинский осуществлялся именно вот здесь, мимо этого памятника. Перед тем, как принять окончательное решение о точном месте установки этого памятника, изготовили его плоскую полноразмерную копию и начали примерять, куда поставить 6-метровый оригинал. И вот поставили, а после 90-х еще и оставили. В реестре памятник, конечно, числится, но земля под ним хозяина не имеет. Знал бы Ильич, что такое светлое будущее ждет его металлический образ. Теперь в усадьбу Горки Ленинский можно попасть по другой дороге. Там вас уже встретит целая аллея каменных, бронзовых и прочих памятных образов. Ленин стоит, сидит, работает. И все это оригинальные работы, объекты культурного наследия. С ними нас познакомил директор музея-заповедника Горки Ленинский Игорь Конышев. И вот опять Меркуров, 1939 год. Эта статуя стояла в зале Верховного Президиума СССР. А теперь здесь, в единственном экземпляре. Копию этой работы в конце 2013 года киевляне снесли. А это Ленин-мыслитель, автор Алексей Кибальников. До начала 90-х его могли увидеть в Центральном музее Ленина на Красной площади. И снова Ленин, и тоже из самого сердца столицы. До 1993 года этот памятник стоял в Московском Кремле. Потом в связи с производством ремонтных работ и ремонт по реконструкции Московского Кремля этот памятник был перенесен сюда, в Горки, и сейчас он стоит у нас. А рядом с памятником гранитная плита. По этой дороге несли гроб с телом Ленина. Из усадьбы, где вождь революции скончался после продолжительной болезни. Здесь в начале траурной аллеи установлен еще один монумент – похороны вождя. Сергей Меркуров работал над ним 20 лет. Смелая работа скульптора не пришлась по душе Сталину. Изначально автор предложил изобразить несущий гроб обнаженными. Иосиф Виссарионович велел мужчин одеть. Да и сам вечно живой Ленин впервые изображен мертвым. Долго работа простояла в мастерской скульптора. В конце 50-х годов родственники передали, причем не просто передали, а продали за деньги, эту скульптурную композицию музею в Горках Ленинских. Скульпторы внесли огромный вклад в дело увековечивания Владимира Ильича. Его изваяний было сделано несколько тысяч. Какие-то канут в лету, а некоторые сохранят как культурное наследие. Коллекция усадьбы, к примеру, полнится и сейчас. Сегодня почетное место заняла работа Сергея Измалкина. Ленин стоял около фабрики «Большевик», а сегодня среди других изваяний. История навсегда застыла в камне, бронзе и гипсе. История страны – история людей. И 22 апреля мы вспоминаем историю Владимира Ильича Ленина. Екатерина Чернышова, Павел Игнатьев, Евгений Петров. Видное ТВ.